дано, я бы небо такое не сгринул давно, и воспевик бы другое, разумное небо, чтобы только достойных любило оно. Откуда мы пришли, куда свой путь вершим, в чем нашей жизни смысл, он нам непостижим. Как много чистых душ под колесом лазурным сгорает в пепел прах. А где, скажите, ты? Мне памятен любимый небом край, жемчужною он раковиной в море возник давно, и волны в долгом хоре ему поют, жили, не умира, жили, светись, свети, люби и край, и верным сердцем, солнцем договоре тебя хранит весь в боевом уборе. Влюбленный в воин солнца самурай, весь остров, как узор живого храма, снесенный ирис, как светильник неба, как слово песни, чаша хризантем, как кровь простор, в нем золотая рама, поля, сады, холмы. Надо всем напев тончайших линий худшия. Холодная речка. 11 июня 2019 год. Между Багрицем и пансионатом Солнечный. Сегодня 9 июня 2019 года, 30 лет. Дня свадьбы. Новоафонский монастырь.
9 июня 2019 год. Новый Афон, водопад. Когда-то мы вдвоем здесь были. Сегодня 30 лет нашей свадьбы. Татьяна Георгиевна Смирнова. Дача Сталина. Седьмое июня 2019 год. Дача Сталина в Абхазии. Так, пустили нас сюда вечером. 250 рублей. Дача Сталина. Одна из в Абхазии. Уважаемые, у нас только на даче правила присутствуют. Внутри дома на улице видеосъемка запрещена. А фотографировать можно. А, можете фотографировать. Потом догоняют. Готовим стаканчики. Подходим ближе. Канада, высок не пейте, пожалуйста. Только дети. Можно спина, не поймете просто. Голубое озеро. 12 июня 2019 год. Сколько вы с первого раза въехали в туннель после винодегустации? И что касается Гигского ущелья, что тут можно еще посмотреть? Кстати, неподалеку от Гигского ущелья находится, разумеется, Гигский водопад. И наверняка кто-то смотрел старый фильм Шерлока Холмса. Вы наверняка помните эпизод «Последнюю схватку с Мариарти». Ну, да, в любом случае, да, если кто смотрел. Да. Имейте в виду, что именно этот эпизод снимался у Гигского водопада. Вот такой вот интересный факт. Ну, раз мы заговорили о съемках, которые проводились на территории нашей республики, имейте в виду, что, кстати... 12 июня 2019 год. Едем к Рице. Каменный мешок. Да, год назад мы здесь были с композитором Татьяной Смирновой. Еще даже года не прошло. Так.
Ну как отдохнули, Александра Евгеньевна? Великолепно. Где вы находитесь сейчас? На Черноморском побережье. Холодная речка.